ребят, красавчики стоят. А? Красота. 4 мерина. Пацаны работают. А мы едем в Волгоград. Захотелось бы там прокатиться. Едем потихоньку, не спеша. Прибытие пишет у нас 4 часа ехать, 17 минут, 16 уже. Ну, в 12 ночи приедем, как раз заселяться будем в отель. Сейчас еще надо на заправочку заехать. Дальше по коробочке и катим. Все нас обгоняют, короче, мы сейчас обгонять пока никого не будем, потому что нам сейчас на заправочку надо заехать. Вот он пошел. Ай-яй-яй. Подсолнух растет. О, птичка насрала. Расход, смотри какой, 6,7. Едешь сотку 110, 6,7. О, моя мечта. Не, это праздник 150, я хочу. 200 хочу. Казачочек. Эх. Дорогой он, сука. Ну, вот уже в Волгоградскую область заехали. Видеонаблюдение. Типа не превышай. Типа это. Камера на среднюю скорость. Набирай скорость, не останови жизнь. О, какой крест красивый. А, здесь, по-моему, крыло должно торчать где-то. Или хвост самолета, по-моему, должно быть. О, там менты что-то на этом. Короче, на обочине стоят. Кого-то, наверное, поймали. Сейчас мы как раз это и посмотрим. О, нифига себе, ментовская машина. Класс. Блин. А мы на заправку поехали. Советская машина, короче, ментовская стояла. Да, я, кстати, сегодня снимаю на новую камеру. Купил. Раскошелился. Sony X3000, короче. Наконец-то я ее купил. Да? Ой, крузак сюда приехал. Кукурузак. Заправим 95 на двушечку и все, и поедем в Волгоград. Че, дуй, оплачу? Ну давай, я скажу, ладно. Ладно, иди. Пошла жара. И тут насрали, ну это к деньгам, это нормально. Сейчас, короче, испытание расхода у нас будет, так как много делалось, вот, многого не говорил на камеру. Вот, и сейчас съездим в Волгоград, ну, заправимся сейчас на 2 косаря, короче, попробуем, посмотрим, что как. И все. О, Мерседес приехал. Ой, и менты сюда едут. Сейчас скажешь, стопа, приехали. Так, ладно, заправляемся. Друзья, короче, пока мы заправлялись, и вот эта вот гаечная машина, копейка,
Блин, класс вообще. Вот не знаю почему, но мне нравятся советские машины. Опасно так ездить. Блин, класс вообще. У него даже туманки стоят. Пентос у нас обогнать, наверное, пусть обгоняет. Обгоняй! Не хочет. Он просто видел камеру и, наверное, не хочет. Ну там пацаны сидят.